Ну, как бы существует, я же, ну, во-первых, не магнат, и предприятие не в самой лучшей форме, чтобы вот направо и налево, и так его многие считают банкоматом, пришел сюда, получил свои деньги, отвалял, а как там одного трех-трое будет. Вот. Поэтому по мере возможностей, но мы будем выполнять свои обязательства, никто от них не откажется. Потому что эти обязательства взяты не конкретными людьми, не конкретными директорами, а именно предприятием в лице этих людей. Поэтому обязательства все мы постепенно выполним. Ну а слишком отчаявшихся, которые не могут найти справедливости, вот, за каждую пятницу с 10 до 12 часов у меня существует личный прием, где можно записаться, сообщить об этом. В принципе, я отвечаю на телефонные звонки, если я на месте и не занят. Но вот лучше все-таки на личный прием. Посмотрим друг другу в глаза и примем все необходимые меры для того, чтобы решить проблему.